В рамках акции «Я патриот» артисты молодежного музыкально-драматического театра «Крылья» с любимыми не расставайтесь на сцене Захаровского дома культуры. Проект реализуется при поддержке окружного комитета по культуре. Содействие в акции оказывают и одинцовские активисты «Единой России» в рамках проекта «Историческая память». Перед спектаклем руководитель «Крыльев» Ольга Кобецкая пообщалась со старшеклассниками и пояснила, насколько важно не только сохранять память о подвиге наших предков, но и понимать, ради чего эти подвиги совершались. А после представления партийцы обсудили с Ольгой Кобецкой варианты дальнейшего сотрудничества.